Всем привет! Вы на канале Leonardo the American. И мы идем. Сам хочешь? Мы идем в мол. So, Leo, куда мы идем? Магазин, правильно. Как называется? Мол. Мол, да, мы видим сумки. Добро пожаловать. Мы найдем так. Leo is so excited. По походке. We can see that Leo is so excited. Такой вдохновленный, радостный. Вдушил новые духи, которые Dior выпустил на прошлой неделе. И Leo балдеет от них. Но они женские, that's the problem. Что мы здесь видим? Яблочный магазин. О, смотри, секьюрити на чем ездит. Смотри, какая лава. Лево, это переливается лава. Скажи, лава. Лава! Пойдем на эскалатор? Или нет? Forever 21? Да, let's go. Привет! Лео, вот папа. Тетя манекен. Прикольно? Лео, это манекены, дяди. Манекенс. Классно, да? Носки. Что? Лео, с манекена снял носки. Не подходит. А это надо поставить на место. Тут написано «мокрый пол». Вот здесь. Побежали. Заходим на эскалатор. Мы едем на эскалаторе. We're riding escalator. Смотри, как высоко. Воу! So this is blue and this is red. Ты уже положил. А это какой цвет? Желтый. Желтый yellow. А вот это какой цвет? Зеленый. Зеленый салатовый. В общем, здесь можно взять все в стаканчик насыпать. И вот этот стаканчик, все, что сюда поместится, будет стоить 15 баксов. А маленький 9 баксов. А это бежевый цвет. Tan. Скажи tan color. А тут еще clear, прозрачный. Давай посмотрим, что для твоего возраста, Лео. Для твоего маленького возраста, что здесь есть. Let's take a look. Что-то. С 1 до 5 есть паровозик такой леговский. Называется Duplo. А ну держи. Лео, ты сможешь это сделать? Лео, ты выбрал вот эту? Покупаем? Может, большую возьмем? Давай большую возьмем. Вот, train. Take this one. Я думаю, train интереснее будет. Берем train. А Лео, куда ты пошел? Эй, dude. Ты куда спрятался? А ну-ка пошли. Пойдем на кассу, заплатим за твое лего. И все, поедем домой.
Я думаю, там, где много прицепиков. Yes, this one. Пойдем, иди, отнеси дяде. Скажи, дядя, на. We all ready? Are you ready? Ложи сюда на столик. Just like an instruction, not an instruction, but it shows you some cool things about Duplo. Oh, nice. Like a couple things like how to wash them and stuff like that. So feel free to look through that as well. That's good. Thank you. Bye guys. See you next time. So Leo сделал покупку сам. Good job. Итак, друзья, Лео сделал покупку свою на свой выбор. Тебе нравится? Мы сейчас домой пойдем строить. А давай со всеми сейчас попрощаемся. Друзья, thank you very much, что вы были с нами в магазинчике. Заходите с нами еще раз, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.